Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Razr 40 Ultra. И сейчас я покажу вам, как сделать, как записать видео с экрана. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь запись экрана. Находим, нажимаем и нажимаем «Начать». У нас здесь идет обратный отчет. Вот. Здесь, что мы можем сделать? Мы можем, например, рисовать, когда мы что-то записываем, там, вводить что-то, не знаю, что-то такое делать. Мы можем выбрать вообще, откуда записывать звук. Например, это может быть звук системы или микрофона, или и то, и другое, либо вообще ничего. Также мы можем включить фронтальную камеру. Вот, а когда мы все записали, то мы нажимаем на красный квадратик, и у нас запись будет сохранена в галерее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.